Сегодня же Владимир Путин подписал ряд законов. Президент утвердил право Генпрокуратуры проверять наличие у чиновников счетов за границей. Напомню, по действующим нормам госслужащим, депутатам и сенаторам запрещено хранить деньги и ценности в зарубежных банках. Глава государства подписал также законы о поставке граждан на воинский учет по месту их фактического пребывания и о выделении средств на медицинское страхование самозанятых. И еще один важный документ. Президент своим указом отменил некоторые специальные экономические нормы и меры, введенные ранее в отношении Турции. Предусмотрено, в частности, частичное возобновление действия соглашения о взаимных поездках граждан двух стран.